Всем привет! Сегодня 8 апреля, суббота. Отличная погода, солнышко на улице. Плюс 8, ну, уже плюс 10 градусов на борту. Едем в Березовку. Березовка в Харьковской области. Это просто рядом с этим селом построена кроссовая трасса. Вот. И там не только могут выступать кроссмены, но и эндуристы. Для эндуро там отдельная полоса препятствий есть. Ну, в общем, такая любительская как бы гонка. Женя Долгих организовывает это все. Спасибо местным ребятам, которые это все затеяли. Начали еще несколько лет назад. И постепенно это мероприятие развивается. И сегодня очередной этап.